Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Артур Хьюз. «Павшие лепестки роз». Молодая женщина смотрит на павшие лепестки роз, а ее поклонник наклоняется, чтобы поцеловать ее руку. Лепестки символизируют хрупкость юной любви, тему этой сцены – ухаживание. Артур Хьюз усилил эмоциональный заряд картины, используя глубокие яркие цвета. Он женился на своей ранней и единственной любви Трифани Форд зимой, до того, как эта картина была впервые выставлена. Скрупулезное изображение деталей и текстуры здесь демонстрируют профессионализм художника. Эта работа вызвала большое восхищение критика Джона Рёскина. Английский писатель, художник, теоретик искусств, литературный критик и поэт. Эту картину купил писатель и дизайнер Уильям Моррис. Вот так вкратце в картине Артура Хьюза «Опавшие лепестки роз». Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».